Михаил Перцев экстренно выехал, чтобы разобраться с аварийной ситуацией, из-за которой жители двух крупнейших микрорайонов города, Дзержинец и Серебрянка, остались без отопления горячей воды на несколько дней. Глава решил лично проверить дома 16 и 17 дзержинцы. Сотрудники управляющей компании сразу доложили о состоянии дел. На данный момент идет недопостача теплоносителя на обратной ветке. Вот, в связи с чем не успевает прогреться радиатор. Входная какая температура воды? На данном в норме сейчас при 2 градусах должно быть где-то 71-72. Так, а по факту? По факту, ну, наверное, 58-59. На деле оказалось немного больше, 62,7. В подвале трубы на подачу горячие, а в квартирах на первом этаже батареи холодные. Проблема в том, что вода где-то сильно остывает. Из-за этого в квартирах холодно. Ходит в куртках, в валенках, в носках. Ну, потому что у нас 2 комнаты на обратке. У нас температура батарей. Иногда просто, ну, просто кладешь руку, она не ледяная, но она и не теплая. Это постоянно такая. Сейчас инженеры водоканала, спасатели, представители управляющих организаций и госжилинспекции задействованы в том, чтобы нормализовать ситуацию. Пока непонятна причина, почему это происходит. Сейчас приехали на котельную, посмотрели. Котельная, в принципе, работает в нормальном режиме. Тем не менее, мы сейчас проводим мероприятие, сейчас предпринимаем исчерпывающие меры так, чтобы было и давление держалось в норме порядка 6-6,5 атмосфер, и чтобы температурный режим мы, наверное, постараемся сейчас увеличить. Пока анализируют 2 предполагаемые причины. Первая – наличие воздушных пробок в системе подачи отопления в дома. Вторая причина – недостача температурного режима на котельной. Предпринимаются все меры для скорейшей нормализации ситуации. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.